Как установили правоохранители, женщина не жила в этом доме, зашла в подъезд вместе с кем-то. На 13 этаже ее увидела уборщица, которая поинтересовалась, почему она здесь стоит. Та ответила, что живет в этом доме. Через некоторое время уборщица поднялась на 19 этаж и снова увидела незнакомку, которая уже спускалась по лестнице. Заподозрив неладное, сотрудница решила сообщить о странной женщине управляющему. Когда она вышла из подъезда, услышала глухой удар. Свидетелями происшествия стали жители соседнего дома. Они-то и позвонили в соответствующие службы. Было установлено, что женщине 48 лет, и она проживала в центральном районе города Волгоград. Кроме паспорта, при ней была обнаружена предсмертная записка. Так что можно сделать предварительный вывод – трагический инцидент не носит криминального характера.